Первый суд над бывшим силовиком, обвиняемым в убийствах политических оппонентов Лукашенко. 19 сентября в Швейцарии начнут судить бывшего бойца СОБРа, белоруса Юрия Гаравского. Обвинение считает, что он мог лично участвовать в расстрелах Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Дмитрия Завадского. Это поможет общему делу для того, чтобы было понятно людям, которые сидят в Беларуси, вот эти вот силовики, судьи и так далее, что все равно придет тот момент, когда их будут судить. Как бы это там популистски не звучало, но все равно это произойдет. Это первый случай, когда гражданин Беларуси предстанет перед судом на основании универсальной юрисдикции, позволяющей преследовать некоторые тяжкие преступления, независимо от места их совершения.